Всем привет, это Каштанов. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на сериал «Шейкер», 4-я серия. Как мы все помним, 3-я серия закончилась довольно-таки интересно. Буквально в последнем кадре появились погоны. А это значит, что 4-я часть будет очень интересной, почему-то мне так кажется. Кто не видел 1-ю, 2-ю, 3-ю серии с моей реакцией, проходите по ссылке в описании. Также наверху будет ссылка на плейлист. Ну все, давайте приступать к просмотру. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, по окончанию реакции писать комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте про колокольчик уведомления. Все, погнали смотреть. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Как сказал великий Марк Твен, всегда бывает добрый вечер. Хотя, может быть, вы и не слышали про это изречение Марка Твена, но я вообще реальности действующих существую. Как всегда, до начала серии показывают каких-то жестких торчков. Ну и, как правило, то, что потом с ними происходит. Жесть, он еще и за рулем. Сейчас по-любому размотается, наверное. Ага. Сейчас, наверное, в стену, да, впечатается? Охереть. Это была не стена. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел купить цветы. А для кого цветы выбираете? Для девушки. А какие планы на девушку? Серьезные, знаете, я ее люблю и хотелось бы сделать ей приятно. Давайте я вам букет красных роз упакую в бумагу. Да, все. Любовь, морковь. А, вон чё. Понятно, куда я ушла. Легко делался, можно сказать, да? Прям прокатило. Привет. Кто это? Алдиар. Кто это? Какой Алдиар? Мы же вчера с тобой зажигали, не помнишь? А, ты что ли фокусник? Да, слушай, я тут думал заехать за тобой, погулять, встретиться с тобой. Как ты смотришь на это? Ты что, на свидание приглашаешь? Получается, да. Не, извини, конечно, Алдик, но... Я думаю, нам не стоит продолжать наше общение. То, что было вчера, это было ошибкой. Окей? Кидалово какое-то жесткое прям. Хера себе ошибочка, да? Блин, вообще какой-то торчок, походу, блин, тоже еще тот. А, вот эти кадры, да, я думаю, где этот мент с погонами? Вот он, вот он. Помочь им? Жесть, просто жесть. Могу я прямо говорить? Попробуй. Я готов заплатить 500 тысяч. Слышь, ты что, на лоха похож, что ли? А? Нет, просто я же не знаю, какие у вас расценки. Какие нахрен расценки, бля? Ты что, в супермаркете, что ли? Расценки, или да. Или в магазине, бля? Я хотел сказать, что не в курсах. Не в курсах он,
Базар фильтрующий голуби. Сейчас, наверное, пару лямов точно залупит, блин. Короче, вот эта сумма, которая у тебя была. И нолик добавь. Вот такой у нас курс. 5 миллионов? Хера. Ага, у меня нет таких денег. Ну, нету денег, привяжи к жопе веник. Или можем в роддом заехать. Причем здесь роддом, чуть не пойму. Ладно, есть у меня идея одна. Короче, смотри, смотри. Будешь у меня на районе работать. Ты сам представь, если что. Если на другом районе поймает, ко мне не обращайся, не помогу. Понял меня? Жесть, да? Короче, Алдияр под жестким колпаком ментовским. Конечно, да, не позавидуешь. И здесь такой момент, да, прям показывается обратная сторона вот этой красивой и роскошной жизни, как была в третьей части, когда он там тусил в клубе, швырял деньгами налево-направо, познакомился с крутой девчонкой там, да, круто провел ночь, и тут бах, вот как бы... Что может быть по итогу всего этого? Да, жестко. Отработаешь все свои бабки и гуляй. Салам алейкум, чемпион! Халайсен! Чё, почпокался? Алдик, ебать, чё случилось? Чё, турмай валдма не вол? Алдика, ты знаешь, что случилось? Бля, меня менты повязали. В смысле повязали? Нахуя ко мне пришел, э? Меня же тоже повяжут. Да успокойся ты. Я с ним договорился, просто нужно раскидать с ним. Сколько? 5 лямов. 5 лямов? Ты ебанулся, у тебя откуда такие бабки? Я же работаю. Работаешь? Братан, ты учебу хотел раскидать только? Пиздец. Да, все походу а если тут. Опять повяжут? Болото. Откуда такая уверенность? Ты ходишь, палишься по городу. Кто хоть чуть-чуть в закладках шарит, сразу поймешь, что закладчик. Да успокойся ты. Хочешь, чтобы я сдался, да? Сел в тюрьму? Сука, я и так попал нахуй. Причем очень сильно. Все, сметом раскидай, на этом завяжу. Отвечаю. Ты не завяжешь ты, блядь. Пиздец ты, поддержка, раха, бля. Братан, ты же не куришь? Иди нахуй. Мал. Раха, типа Рахмет, да? Спасибо. Что делать будешь? Работу. Пипец, да, он на нервиках походу, блин. Чё, походу ему 3500 закладок надо сделать? Походу он там надолго в этом рабстве. Сука! Твоё, неудачник ты, а? Сука! Сука, блядь! Сука, 5 миллионов, откуда я их найду? Ну-ка, наш говорил тебе, не лезь, это не твоё. А ты что, блядь? Я хочу, я могу, это моё, я сделал. Моги тебе, сука, моги! Рожай, блядь, найди бабки! Я в полной шопе, в огромной вот такой заднице, а? Ну, можно же было сказать этому менту, иди нахуй. Нет, как чёрт сидел, да. Скажешь. Да, зачем? Надо было звонить сразу мамке. Блядь. Так сумерит. Ты настолько лох, что даже Мадина кинула тебя.
Ходил вчера, выебался, чем все покупал, потратил все свои деньги. Да-да-да, это то, о чем я и говорил. Ты лох, сука, а? Долбоёб, долбоёб, блядь. Алло? Привет, как дела? Да так, бьюсь головой об стол. У тебя проблемы? Да нет, просто люблю так делать. Понятно. Слушай, я хотела бы извиниться за утро. Да? Да нет, ничего страшного. Я и не обижаюсь. Нет, подожди, Алтик, я хочу загладить свою вину. Да? И как же? Ну, может, ты приедешь, и я тебе все расскажу. Давай. Подожди, а у тебя не осталось той штучки? Осталось? Окей, тогда я тебя жду. Хорошо. А ей точно нужен он или та штучка, а? Он, походу, все с собой шуберет. Ты знаешь, что я не уйду из этой семьи. Не уйдешь из семьи? Да ты круглый дурак, ты давно лечишься. Наркотой, музыкой и мной. Ты знаешь, что самое печальное? Ты этого сам не понимаешь. Блин, прикольно, да, так? Кадры из фильма какого-то заграничного как бы переплетаются с кадрами из этого фильма, ну, как бы из вымышленного, из, ну, вы поняли, да, то есть это прямо вот так вот, ну, такое специально, это все такая, режиссерский ход такой интересный, и прям все в тему. Еще, кстати, хотел заметить такой момент, когда Алдик вот этот вот ходил по комнате, да, туда-сюда, вот говорил там, какой я неудачник, все дела, это такой вот тоже режиссерский ход, чтобы как бы мы поняли, как он сам себя просто уничтожает, да, как он сам себя винит во всем. То есть, как бы обычно, ну, ходишь, да, такой там мысли в голове, там, все плохо, а тут просто это все нам так образно показывается, ну, как бы интересно. Ну, опять сочные кадры, да? Какой красивый закат, и он рождается здесь внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается. Не, ну что не отнять у этого сериала, так это крутые постельные сцены. Они реально крутые, красивые, прям столько эстетики. Ничего, все потихоньку. Только что общалась с Раушанкой, а Сильвия сказала, что ты дал им 100 тысяч? Да, дал. Балам, у тебя откуда такие деньги? Откладывал по чуть-чуть. Алдияр, не ври мне. Я чувствую, когда ты врешь мне. Я знаю, что ты делаешь. Ты что, делаешь ставки? Нет, мам. Если бы ставки, да? Это же лохотрон. Откуда у тебя тогда деньги? Ну, мам, говорю же, откладывал. Мы же родственники, я решил помочь. Мам, я потом перезвоню, люблю, целую.
лампочка. Лампочку любит только потому, что она горит. Днем они все забывают. Но как только наступает вечер, она выходит из тени и снова дарит всем свет. Но если ее часто включать, то она может перегореть. Ее просто займет. Не догоняю. Я тоже. Я не хочу быть лампочкой. Погодите. Она говорит это якобы про себя, да? Но это же, по-моему, можно также отнести и к Алдику. То есть он как эта лампочка, которая не горит, когда у него с собой нет веса, да? Когда у него с собой есть эта штучка, как она сказала. То есть он горит, и он ей нужен. То есть она говорит про себя, но в то же время к Алдику это все тоже можно отнести. И она также относится к Алдику, как к этой же лампочке. Ну, судя ее метафоре, да? Ничего себе. На себя посмотри. Походу, да, по-крупному решил двигаться. Молодой человек, а с вами можно познакомиться? Артур, можно же было позвонить, предупредить? Ну да, можно было. Но я хотел тебе сюрприз сделать, понимаешь? А можно делать сюрприз, где нет людей? А ты что ли меня стесняешься, что ли? Ну, Алдиачик, ну ты капец. Мозги не еби, садись давай. Мент еще тот актер, да? В что мире фильма. Алдиарчик, как дела? Как жизнь? Печень, почки, пульс, давление в норме? Нормально все. Алдец. Бабки нужны? Ахша, ахшульки. В смысле? Поразмыслим. Ты же мне только вчера сказал, Айдос. Ну да, вчера сказал, сегодня вот уже надо. Я не успел заработать. Алдерчик, ты одно пойми. Ты слишком симпатичный. Тебе на зону нельзя. Жестко, жестко, такие подколы прям. Шах, шурки, шах, шурки. Ты чё, Алдерчик, это мало. Ну ты не пойдёт, ты чё? Не кидай её. Чё? Ничего. Сука, охуевший. Чё делать будем, братишка? Братишка, да? Дай мне пару дней, будет больше. Дай мне пару дней, и там все будет больше. Че там, красавчик, нет у тебя пару дней. Рожать надо, бабки. Ладно, поехали. Куда? Где ты там свои закладки оставил? Сейчас колымить поедем. Не присягивайся. Ты же, братан, сотрудник. Жесть, да, ребят, он у него на крючке просто на жестком.
Да, никому не пожелаю оказаться в такой обстановке. Но как бы я из раза в раз повторяюсь по ходу этого сериала, то, что я жестко отношусь, ну, как бы резко негативно ко всем этим делам. Но тут прям такой сюжет вообще очень захватывает, очень интересно смотреть. И прямо напряжение прям по ходу всей серии. Вообще эта музыка на заднем фоне прям так давит. Ты все? Да, все. Ништяк ты ловкий. Фук, скинул. Базара нет. Ты что, хочешь его посадить? Да не, брось ты че. Так, шуганем. Бабок возьмем и отпустим. Ну что, рыбалочка началась? Сейчас еще Алдик да везде засветится. Ловись, рыбка большая, а маленькая нам нахуй не нужна, да? Пойдет молва, да, что он как бы с ментами работает, все дела. Пришла наша рыбка. Сейчас иди. Пойдем сюда. Ну-ка пойдем. Ты че, блядь? А? Че там у тебя рука? Сейчас, братишка, докурю, потом в РУВД поедем. Ага. Может, как-нибудь решим? Я не понял, ты что, мне взятку предлагаешь, что ли? Нет. Жаль. Давайте я раскидаюсь. Сколько есть? 10 000. Не, убери, блин. Ну чё, блин, мало же. Всё, в РУВД поехали. Ну чё, попал ты, братишка? Ага, у меня нет больше денег. Мало это, мало. Чё в сумке? Там нот. Чё за нот? Давай, вытаскивай, показывай, показывай быстрее. Вах, чё? Опа, MacBook. Ё-моё. Все понятно. Дорогой, да, походу, нот? Да нет. Да нет. Зарядка все есть, да? Да. В сумке? Да. Сумку 10 тысяч тенге брось и свободен. Да, быстрее, а? Э, братишка! Алло. Пароль, какой пароль? От 1 до 8. Вот сука. Давай, свободен. Вот так, алдьярчик. Подержи. Чё? Дальше рыбачить будем? А? Этот Алдик, наверное, завидует этому пацану вообще пипец, да? Можно сказать, легко отделался и все. И, возможно, это, кстати, для него будет уроком. И он больше никогда не залезет в эту тему. А Алдику тут вообще еще 5 мультов отрабатывать. Жесть. Эй! Стой! Сука, стоять! Сука, стой! Ничего себе. Это типа вот эту закладку эту украли у него, что ли, получается? Сука! Да.
Так, ребят, ну походу это прям подстава, да, явная. Ну кто еще мог знать, кроме как те, кто закладывает непосредственно вот этот, ну, эту большую пачку. И считай, у него ее и украли. По-любому здесь что-то нечисто. Кстати, опять, да, конец четвертой серии и опять на таком крутом повороте сюжетном. Прямо, ну это как бы, конечно же, специально, да, делают, чтобы прямо не терпелось уже посмотреть пятую серию. Как бы такая завязка крутая на пятый выпуск. Да, ну как бы здесь прямо ничего такого уже нету от праздной части третьей серии. То есть там тусы, девчонки, все дела, а здесь уже просто жестко прям давит вся эта атмосфера и прям веришь герою, ну то есть Алдику, да, что он жестко попал и он прям мечется. Прям, ну, под колпаком, можно сказать. Ну все, будем ждать пятую серию. Всем спасибо, кто посмотрел со мной эту серию. Напишите в комментариях все, что вы думаете. Не забывайте подписываться на канал. Ну, давайте все, всем пока, удачи!